подборку удивительных и занимательных фокусов и трюков, которые сделают тебя звездой на любой вечеринке и выделят в компании друзей. Праздничное застолье, отвлеки друзей от поедания салатиков необычным трюком с вилками, висящими на кончике зубочистки. Рассказываем, как это сделать. Берем две вилки и соединяем их кончиками зубцов под небольшим углом. Вот так. Вставляем в стык зубочистку, кладем зубочистку на край стакана и ищем баланс. Вилки висят на краю стакана, но это не все. Поджигаем зубочистку, вилки держатся на самом конце обгоревшей зубочистки. Их даже можно слегка раскачать. Вау-эффект гарантирован. Перешли к чаепитию? Не спешите заливать пакетики с чаем кипятком. Мы знаем, как еще можно удивить друзей. Берем несколько чайных пакетиков, аккуратно раскрываем и высыпаем содержимое. Его мы заварим в кружке позже, а пока смотрим трюк. Расправляем пакетики, ставим их на стол вертикально, поджигаем. Догорая, пакетики устремляются вверх в виде огоньков. Очень красиво, но следите, чтобы поблизости не было легко воспламеняющихся предметов. А лучше делать это на улице. А этот трюк можно сделать, когда вам скучно. Мы взяли 16 небольших кубиков. Теперь нужно соединить их с двух сторон скотчем, друг с другом вот так, оставляя пустые места в шахматном порядке. У нас получилась вот такая конструкция из кубиков. Теперь, поворачивая крайние кубики, можно увидеть, как меняется узор. Мы распечатали и наклеили на кубики небольшую картинку. Раз, картинка разложилась. Два, картинка вновь собрана. Для следующего трюка нам понадобится вода, свеча, несколько спичек и пустой стакан. Воду мы подкрасили красителем для наглядности. Выливаем воду в блюдце, втыкаем спички в свечу и ставим посередине блюдца. Зажигаем спички и накрываем их пустым стаканом. Вода всасывается в стакан и свеча поднимается. Круто! Так происходит из-за того, что воздух, нагреваясь и расширяясь, выходит из стакана. А когда огонь гаснет, воздух остывает и сжимается, втягивая воду. Просто физика. Продолжаем фокусы со стаканами. Берем стакан и наполняем его до самого края. Воду мы подкрасили. Накрываем кусочком бумаги, переворачиваем, убираем руку. Из-за разницы давления лист плотно прижат к краю стакана и не дает воде вылиться. В следующем трюке мы расскажем, как заставить шарик парить в воздухе. Берем пластиковый стаканчик и проделываем в его донышке отверстие. Вставляем в него трубочку и сгибаем под прямым углом. Кладем в стакан небольшой пластмассовый шарик и дуем в трубочку. Здорово, шарик взлетает. Чем сильнее дуешь, тем выше летает шарик. Есть под рукой бумажные салфетки? Расскажем, что с ними можно сделать. Отрезаем небольшой кусок салфетки. Рисуем на нем фломастерами разноцветные полосы. Берем стакан с водой и подвешиваем салфетку, чтобы ее край слегка касался поверхности воды. Смотрим, как, промокая, краски расплываются, смешиваясь в причудливую радугу. Красиво! Для следующих двух трюков нам понадобятся пластиковые трубочки. Итак, готовьтесь удивить друзей. Зажимаем руку в кулак, берем трубочку за кончик и начинаем ее вытягивать. Вытягиваем, вытягиваем, трубочка тянется из ниоткуда. Расскажем, в чем секрет. Берем трубочку и разрезаем ее вдоль, но не до конца. Сворачиваем, начиная с разрезанного края, в рулончик. Зажимаем его в кулаке, оставляя снаружи целый конец. Теперь аккуратно вытягиваем трубочку, рулончик раскручивается, и трубочка выходит из кулака целой. А теперь берем трубочку и медленно протыкаем ею руку. Спокойствие, только спокойствие. Рассказываем секрет. Для этого трюка берем трубочку и разрезаем на три части. Один кусочек разрезаем вдоль, вставляем второй кусок трубочки внутрь. Теперь одна трубочка легко двигается внутри другой. Третий кусок аккуратно приклеиваем с обратной стороны руки на двусторонний скотч. Теперь двойная часть как будто прокалывает руку, и трубочка выходит с другой стороны руки. Главное, не показывать ее друзьям сразу. Ловкость рук и суперэффект. Еще один трюк, чтобы удивить друзей. Берем обычную игральную карту, располагаем ее вертикально и ставим на нее стакан. Как это возможно? Есть небольшой секрет.
На самом деле для этого трюка нам понадобятся две карты. Складываем одну карту пополам и с помощью двустороннего скотча склеиваем ее половину со второй картой. Теперь карты можно сложить вместе или отогнуть половину, сделав устойчивую подставку. Конечно, этот секрет мы постараемся скрыть от друзей, показывая фокус. А теперь всех впечатлительных просим закрыть глаза. Берем обычную игральную карту и резким движением втыкаем ее в руку. Без паники. При выполнении фокуса ни один человек не пострадал. Берем несколько карт и на одной из них отрезаем часть в виде полукруга по форме руки. Теперь берем еще одну карту и склеиваем их по краю с разрезанной. Отрезанный край также приклеиваем ко второй карте и сгибаем ее пополам. Теперь отрезанный кусок можно аккуратно загибать назад. Осталось немного потренироваться перед зеркалом и вперед удивлять всех вокруг. Вы слышали о статическом электричестве? Покажем его в действии. Надуваем воздушный шарик, натираем тряпочкой, подносим шар к тонкой струе воды. Смотрите, как сильно начинают заворачиваться капли. Вода практически течет под углом. Действие статики можно увидеть и в другом трюке. Берем половину спички, привязываем к ней нитку и приклеиваем на скотч к дну стакана. Переворачиваем стакан, подносим к ней натертую шерстяной тряпочкой пластиковую трубку. Спичка начинает двигаться за трубой. А теперь берем металлическую банку, снова натираем нашу трубку. Смотрите, банка начинает кататься вслед за трубкой. Необычный трюк, чтобы развлечь друзей на досуге. И, наконец, фокус со сгибанием ложки с силой мысли. Берем ложку и начинаем активно представлять, как она сгибается. Готово. Получилось. Поверили? Ладно, откроем секрет. Конечно, ложку мы согнули заранее. А теперь главное – правильно расположить руки вот таким образом и пальцем аккуратно приподнимать кончик ложки. Потренируйтесь, у вас точно получится. Хотя, может, и силу мысли тоже стоит потренировать. У тебя еще нет такого чудо-кошелька? Расскажем, как его сделать. Нам понадобятся куски картона одинакового размера. Они должны быть чуть больше обычной купюры. Берем 4 кусочка атласной ленты. 2 из них располагаем крест-накрест на одном куске картона. Другие параллельно по краям второй картонки. Приклеиваем ленты с обратной части картонок вот таким образом. Теперь картонки скреплены между собой внутренними концами лент. Декорируем кошелек крафт-бумагой. А теперь внимание! Кладем купюру в кошелек и открываем с другой стороны. Она оказывается под перекрещенными лентами. Открываем с другой стороны. Купюра меняет расположение. Пробуем еще раз. Получилось? Мы сделали настоящий чудо-кошелек. У нас есть еще один способ удивить друзей. Берем обычную резинку, надеваем на нее кольцо. Натягиваем резинку. Смотрите, кольцо начинает ползти по резинке вверх. Как это возможно? Раскроем секрет. Мы натянули резинку, зажав край подлиннее в кулаке. Теперь нужно незаметно давать резинке выскальзывать из пальцев. Вот так резинка сжимается и тянет за собой кольцо вверх. Следующий наш трюк – переливание воды из стакана в стакан, но не просто так, а по диагонали. Берем веревку и окунаем ее в воду. Отжимаем края и приклеиваем скотчем к двум стаканам. Наполняем один стакан водой, поднимаем и переливаем воду в другой стакан по диагонали. Вода легко течет по смоченной веревке, не разливаясь. Для следующего трюка берем цветную бумагу и рисуем на ней цветы. Сердцевинку лучше делать идеально круглой. Вырезаем и аккуратно загибаем лепестки внутрь. Наливаем в большую тарелку воду и кидаем в нее наши цветочки. Они начинают красиво распускаться на глазах. Так происходит из-за того, что бумага, намокая, выравнивается. Просто, но красиво. Вот так, имея под рукой лишь самые обычные предметы, можно провести время весело и с пользой.